горы, вообще красота. Там это... вот зелень, там зелень, сосны, воздух. То есть природа другая, да, получается? Другая. Ты из пальмы кактусы и камень, а там зелень, сосны. Туда сколько ехать? Ехать туда сколько? Долго? Туда-туда. Ну, до горы вот это. Я имею в виду, вот, допустим, утром поехал, вечером вернулся. Есть такое возможность? Или... На чем, мама, на чем ты едешь? Ну, на автобусе. Да нет, что там, ты с острова за часа едешь. А, то есть это недалеко, недалеко получается. Ну вот смотри, мы вот с Альвара выехали вчера. 6 часов мы выехали. 6 часов мы выехали, поехали в сторону Лос Гигантес, Сан-Исидро, в горы, через горы, выехали на севере, где это называется Пико де Лос Винос, оттуда двинули в Пуэрто де ла Крус, оттуда поехали в сторону этого, называется Ла Ротава, оттуда в этот Лагуна, там выехали на южную автостраду, рядом с Санта-Крузом, Гранадия. А вы специально так ехали, что ли? Нет, ну мы ездили за этим, Альва покупала машину, мы ее разбирали, собирали, везли. Вот. И в принципе, ну, грубо говоря, мы остров по периметру проехали и вернулись в 11. То есть, если до 11, то мы вот проехали практически весь остров. Ну, в смысле, по периметру. Да. Мы не углублялись, ну, мы не углублялись совсем на север, который северо-запад, в сторону этого Пирачико. И не углублялись то, что северо-западнее этого Санта-Круза. А так, в принципе, вот, с одной стороны Кот-де-Лос-Винос, с другой стороны Ла-Камея. Такой круг получился. И заехали вулкан 360 градусов. Да, сидим на остановке. Ждем автобуса нашего. Ждем. Здесь идет карнавал, качели привезли. Все радостные, все, все счастливые. Сейчас покажу Тойоту. Джип. Да. Ту-т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 у. Продается, мне кажется. Да, если вот такой вот джип хотите купить, вот по этому номеру его можно приобрести. Toyota. Интересный автомобиль. С одной стороны выглядит как новый. Кузер. Интересно, какого года он? Вот, не знаю. Ну, выглядит вообще четко. Потом интересно, как у него вот эти стекла боковые стоят. Да.
Жень, какого года, думаешь, этот джип? Это, я думаю, примерно. Конец 60-х. 60-х, да? Да. Начало 70-х. Выглядит он очень хорошо. По крайней мере, внешне. Не знаю, что там внутри у него. Внешне отлично. 60-е, 70-е, не позднее. То есть, ну, в смысле, что не 80-е точно. То есть модель 60-х получается, это, да? Примерно цена какая, его, думаешь, будет? Десятка. Десятка? Как у тебя с визами-то, расскажи? О, это сложный вопрос. С визами. Это ты задал самый вопрос, самый сложный вопрос всех времен и народов. Только что. Если у тебя нет визы или что-то? Нет. Вообще нет визы? Нет. Виза закончилась 12 тысяч лет назад, во время инквизиции еще. Ну да, тогда тебе не есть у вас это. Не, так-то все нормально. У меня тут Европа моя родина вторая. Вот все схвачено, все подхвачено, но все равно не до конца весело, скажем. То есть ты себе делал шенген? Да. Так, друзья, я пока выключаюсь. Сейчас у нас будет разговор, обсуждаем, как перебраться в солнечную Калифорнию. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию, как вы поняли.